Привет, друзья, что сегодня сулит Луна? А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. 12 января 2019 года в 12:00 Луна будет пребывать в растущей фазе. Это 8-й лунный день календаря. Восход Луны состоится в 11:37, а закат в 23:19. Из-за того, что Луна находится в Овне, то это время идеально подходит для быстрых и решительных действий, а также для проявления лидерских качеств. Но в этот день также возможны конфликты и недопонимания. Сегодня советуют держаться подальше от огня и острых предметов. 12 января также советуют заниматься делами, которые можно будет в этот же день завершить, а также советуют заниматься делами, требующими физической энергии. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде. Волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися. Однако в этот день советуют делать окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование, так как это удачно пройдет. Пользу принесет массаж головы. Приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние. Очень опасный и плохой день для маникюра, поэтому не записывайтесь к своему мастеру в этот день. В этот период вы можете укрепить свои ногти, поухаживать за кожей. В этот день не рекомендуется делать маски для лица, а также делать чистку кожи. Ближе к завершению дня советуют начать ранее задуманные дела, так как заряд энергии, который вы можете в них вложить, будет сопровождать их выполнение на протяжении всего месяца. Старайтесь целенаправленно расходовать силы. Вложение сил и средств в этот день дадут максимальный эффект. Удачны будут поездки, путешествия, командировки. Вы должны вдумчиво расходовать свою энергию, а также правильно распоряжаться финансовыми вложениями, так как вложенное сегодня даст максимальный эффект в будущем. Луна будет находиться в растущей фазе, из-за чего можно почувствовать улучшение самочувствия и повышение настроения, а также увеличится физическая активность. Именно поэтому следует планировать все свои самые важные и ответственные дела. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.